Всем привет, ребята, меня зовут Саша, и сегодня я расскажу, как я считаю, какие бравлеры, топ-5 самых лучших бравлеров в Brawl Stars. По мне, первое место это, конечно же, Шелли. Почему? Потому что, во-первых, у нее Шелли мгновенно восстанавливает 180 очков здоровья, когда ее уровень падает ниже 40%. Аптечка заряжается за 20 секунд. Вот. И еще из-за... больше ничего, и у нее очень-очень хорошая ульта. Ладно, поехали дальше. На втором месте это Вольт. Ну, во-первых, у него очень-очень хороший урон. Ну, если его прокачать, то здоровье будет побольше. И коронный номер. Он сильнее из-за этого становится, что-то типа такого. На третьем месте... конечно же, Спайк. Просто у него очень-очень-очень большой урон. Ну и супер атака у него очень хорошая. На четвертом месте... сейчас я найду его. На четвертом месте у нас Пайпер. Ну, очень-очень-очень хороший... гаджет вот этот, звездная сила. И гаджет тоже, гаджеты тоже нормальные. Ну, атака у нее самое-самое главное. И ульта. Из ульты можно уйти от людей. С ультой. Ну и на пятом месте, я думаю, то, что это все-таки Макс. Ну, во-первых, урон у нее, конечно, 1200, но... очень хорошо, потому что у нее 4 этих штучки. Если прокачать ее где-то на 5 уровень, то она будет с четвертой тычкой ломать ящик. Ну и в брутболе она тоже очень будет хорошая, потому что она ускоряет. Ну а, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И если вы наберете 6 лайков, то я вам покажу, как я открою этот мегаящик. И потом, когда уже будет конец сезона, я открою еще один мегаящик. Ну, короче, 2 мегаящика и один большой ящик будет. Кстати, вы, наверное, заметили то, что у меня... сейчас покажу. У меня уже получается 1, 2, 3, 4. 4 персонажа на 22-м ранге. Представляете, ребята? Ладно, ребята... На этом моменте у нас ролик подходит к концу. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. А с вами был Саня. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока.